прежде чем мы начнем, я расскажу вам маленькое объявление. Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как включить про-аккаунт в ТикТоке. А также я вам расскажу про новый тренд, как менять фильтры в Лайке и в ТикТоке. Там, где мы меняем фильтры, и у нас меняются города. Ну что, погнали! Прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится одна из программ, в которой мы можем это сделать. Zoom Boomerang или в Инстаграме. Ну что, погнали! Заходим в Zoom Boomerang. Можно выбрать тут любой тренд. Но тренд, который я вам сегодня рассказываю, находится в самом верху. Нажимаем на него и нажимаем «Снять туториал». А теперь можно снимать только для начала. Установим таймер. Нажмем на часики. А так, чтобы не было водяного знака, запишем запись экрана, как мы снимаем. Ну вот и все, запись экрана мы сняли, а теперь можно загрузить. Ну и конечно же обрежем ненужные части, когда будем загружать. Зайдем в Инстаграм, нажмем «Снимать видео», ставим свободные руки, зажмем. Отпускаем, и там у нас начинается отсчет. 3, 2, 1. И мы снимаем под музыку. Можно включить музыку на втором телефоне. Или если вы запомнили музыку, делать движение под музыку. И повторять ее про себя. Теперь запишем запись экрана, что мы будем повторять мои движения. Подождем начала и будем листать в сторону и менять фильтры. Запишем запись экрана несколько раз и посмотрим, какой будет лучше, тот и выберем. А теперь выключаем запись экрана и заходим в ТикТок. Выбираем нужное видео с музыкой, нажимаем на музыку, использовать звук и добавляем наше видео. Обрезаем, где у нас начало и где у нас конец. И теперь нажимаем «Далее».
Нажимаем на значок звука и убираем оригинальный звук. Теперь там, где я подбрасываю волосы, я хочу сделать слоу-мо. Нажимаем на время, на такие часики. Теперь нажимаем время и нажимаем слоу-мо. И вот этот вот квадратик зеленый мы ставим на то место, там, где я подбрасываю волосы. А после этого нажимаю сохранить. Я нажала сохранить, а теперь нажимаем далее и пишем хэштеги. А теперь нажимаем на обложку и выбираем любую обложку. Я выбрала там, где я подбрасываю волосы. А теперь нажимаем опубликовать. Вот и все. Для начала зайдем в ТикТок. Нажмем на три точечки, нажимаем управление аккаунтом и нажимаем переключиться на про аккаунт. Теперь нажимаем продолжить и продолжить. А теперь вы выбираете вашу категорию. Я выбрала первое. Теперь нажимаем готово. А теперь нам приходит такое сообщение. Добро пожаловать в про аккаунт. Нажимаем ок. А теперь в настройках появляется новый раздел «Аналитика». Заходим в него. И здесь вот обзор, просмотры видео последние 7 дней, подписчики и просмотры профиля. В разделе «Контент» высвечиваются ваши посты, популярные клипы. А в разделе «Подписчики» вы можете увидеть, какая аудитория вас смотрит больше и из каких стран она. А теперь выходим. Теперь заходим на любое популярное видео или которое вам нравится. Я выбрала вот это. Нажимаем на три точечки и «Аналитика». Здесь у нас показывается, что у нас 6 лайков, 0 комментариев и никто его не сохранил. Также тут есть количество просмотров и среднее время просмотров. Зайдем на другое видео и тоже посмотрим. Тоже нажимаем на три точечки, аналитика. Тут 33 лайка, 0 комментариев, никто не сохранил и количество просмотров 133. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео еще одного лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!